Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин провел экскурсию по залам, показывая пышные букеты, которыми украшен и замок в деревне Грязь. Продолжая тему цветов, посмотрите, вот эти цветы, они искусственные. Вы знаете, я обожаю цветы искусственные, но которые как вот, ну, не такие, которые как градки кладут, а вот такие, знаете, которые сделаны как произведение искусства. Представляете, какая прелесть. Или вот, например, ну чудо же, а? Ну просто как живые. Прелесть. Смотрите, класс. Обожаю. Сейчас еще, подождите, сейчас еще покажу. Вот. Ну. Галкин показал в сюжете, что роскошные букеты ничуть не хуже живых, он перемещался по коридору, от вазы к вазе, показывая цветы и восхищаясь их красотой и великолепием. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.